Ваши аплодисменты! Новый коровник, как выставочный зал. Просторный, светлый, с высокими потолками. Коровы без цепей, но место свое знают. Голова почти всегда у кормушки. Волгодонский завод металлоконструкции занялся сельским бизнесом 6 лет тому назад. И по привычке делали все основательно, от и до. От производства молока до сыра на прилавке. Начинали с пары сотен коров, а сегодня уже 1200 голов на 4 фермах. Хозяйство племенное по айрширской породе, а недавно здесь разместились и красавицы бурой швидской. 109 телок купили в прошлом году с поддержкой областного бюджета, как и мощный кормораздатчик. У нас действует областная программа по развитию молочного животноводства. Губернатор еще 3 года назад сказал, что молочная отрасль в приоритете находится. Соответственно, все эти 3 года выделяются деньги на приобретение скота по импорту, компенсация части затрат на приобретение оборудования. И на килограмм произведенного молока есть субсидия. И чем больше молока, тем выше коэффициент поддержки. Однако настоящие молочные реки по области еще не текут. Все жалуются на то, что сложно, тяжело, молочное животноводство невыгодно. А вот такие предприятия показывают, что и в нынешних условиях можно работать эффективно и продуктивно. Развивать молочное животноводство позволяет многопрофильность компании. Завод, отель, база отдыха – все надо обеспечить своей продукцией. Могли бы еще расширять сельхозпроизводство, но мало посевных площадей, чуть больше 1000 гектаров. Хотелось бы, конечно, помощь от местной администрации. Это в получении земли, не хватает земли реально для животноводства. Это и выпасной, для выпасов, и не хватает земли для растениеводства, чтобы обеспечить кормами, чтобы были свои корма. Тогда мы снизим себестоимость и дадим молоко уже по меньшей цене. Не секрет, что землей иногда владеют недобросовестные пользователи, и растет на ней порой только бурьян. Чаще всего участки используются лишь для того, чтобы посеять и собрать урожай, а вырастить корма для своего стада – редкость. Но именно такому виду хозяйств, где растениеводство дополняется животноводством, сегодня зеленый свет. Татьяна Бочарова, Николай Андреянов, Дон-24, Волгодонской район.